Добрый день. Меня зовут Хусанова Екатерина. Я являюсь руководителем и учредителем детского развивающего центра «Гармония». Мой голос – поддержку проекта Валентины Клюшиной «Клуб лего-конструирования для детей». Новое время – это иное поколение детей. Сейчас происходит поиск все более новых форм работы с детьми и методов развития детей и их досуговой деятельности, которая будет учитывать их индивидуальные особенности, интересы и пожелания родителей. Я считаю этот проект перспективным, так как лего-конструирование сейчас является привлекательной и интересной деятельностью, а родители видят в ней хороший инструмент для подготовки детей к школе и развития способностей своих детей. К тому же сейчас лего – это самый известный бренд, который знает практически каждый. Одной из сильных сторон этого проекта я считаю наличие профильного образования и истинной заинтересованности Валентины в этой деятельности. Большой опыт работы с детьми позволит ей организовать работу с учетом нормативно-правовых норм и интересов потребителей. Также ассортимент предполагаемых и предоставляемых клубом услуг можно расширять и дополнять в зависимости от запросов родителей и интересов детей, что позволит быть конкурентоспособным. Я желаю удачи всем участникам проекта и поддерживаю проект Валентины Клюшиной.